Какими судьбами на корабле? Меня бросили у алтаря пару дней назад, а папашка мой, которого я с 5 лет не видела, заявился на свадьбу без приглашения. Мы с ним надрались в зюзю, и я, видимо, вырубилась, потому что... Привет, родная. Твою мать. На какой-то хрен я затащила его в свое свадебное путешествие. Мандец жесть. Фильм от Netflix. Вы в номере для новобрачных, поздравляю. Фу, это мой папа. Я вернусь на работу в четверг. Закруглюсь пораньше, потому что мне не нужен отпуск. Рэйчел, вызываю Рэйчел. Рэйчел, как ты? Нормуль. Так и будешь притворяться, что ничего страшного не произошло? А тебе-то что за дело? Тебя кто просил за меня волноваться? Она меня ненавидит, и на то есть причины. Я уже 4 месяца как психолог, и вот тебе мое бесплатное профессиональное мнение. Сам виноват. Спасибо. Порой стоит уехать. Я не хотела остаться одна. Страх одиночества — штука мощная. Чтобы обрести дом. Без меня тебе было лучше. Кристен Белл. Келси Грэмер. Почему ты здесь? Спустя столько лет. Почему сейчас? Как отец. Рэйчел! 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 Это папа! Блин, Гарри, совсем сдурел. Спасибо. Ага, супер. Отлично затусили. Ага, класс. 3 августа.